Привет, твое здоровье. Как медовуха? Как там в пословице? Когда на сердце тяжесть, лишь выпивка нам в радость. А с чего у тебя на сердце тяжесть? Да везде одно и то же. Разбавленная медовуха, перекрытые дороги, пропадающие люди. Друг, я слишком стар для такой жизни, чтоб ее в хвост и в гриву. Друг, я слишком стар для такой жизни, чтоб ее в хвост и в гриву. Разве ты не собирался отправиться в Долину Крови? Ты чертовски прав. Собирался искать своих людей. Но вряд ли мне стоит говорить тебе, что этот идиот, барон, заблокировал дорогу, да? Что было потом? Я решил побродить по городу, отыскать своего дружка Кларгора, посидеть с ним, поговорить за жизнь. Только он как в воду канул. Разве это дело? Кто такой Кларгор? Как я уже говорил, мой старый друг. Мы вместе прошли через множество кровопролитных боев. Он служил здесь, в городской страже. Неплохое место в его немолодом возрасте, верно? Сидел бы себе до жизни радовался, а тут такое. А тут такое. И что теперь? Я знаю еще нескольких человек из городской стражи. Они все считают, что Кларгор ушел из города с повстанцами. Я в это не верю. Кларгор не из таких засранцев. Если я повстречаю Кларгора, я дам тебе знать. Правда? Черт, буду тебе очень благодарен. Если тебе нужна какая-то помощь, ты знаешь, где меня искать, дружище. Прямо здесь. Эй, привет, красавчик. Похоже, у тебя какие-то проблемы. Что тебя беспокоит? Мой друг Диего сидит в тюрьме. Диего? Друг семьи? Вы давно друг друга знаете? Просто друг. Иногда он ведет себя как заботливый дядюшка. У меня тоже дядя в беду попал в Торниаре. Да, а как его зовут? Да, неважно. А ты вроде собирался отправиться в Сильверлейк? Да, но мне нужно разрешение барона. Ты не знаешь, что он за человек? Злые языки говорят, что он слабый правитель. Но хороший барон управляет головой, а не мечом. А что тебе известно о мятежном брате барона? Я о нем немногое знаю. Слышала, что он предатель. Если учесть, что он сбежал из города, это вполне может оказаться правдой. Приветствую! У меня большие неприятности. Что стряслось? Люди хотят пить, а у меня заканчивается медовуха. Раутер, вон, весь день сидит и дуется. Я ему уже сказал, что пить скоро будет совсем нечего. Только не говори, что надо принести медовуху от Мурдры. Нет-нет, у меня заканчивается мед. Принеси мне медовые соты, а я покажу, как варить медовуху. Сколько нужно сот? Если прикинуть, то надо разорить с полдюжины ульев. Этого должно хватить. Где можно найти мед? К востоку от города, у фермы Актара. Там живут пчелы. Дикие, но у них тоже есть мед. Их гнезда не всегда легко заметить, поэтому лучше внимательно все осматривать. Мне бы хотелось...
Эй! Привет, гроза всех бандитов! А ты чего тут делаешь? Ущелье охотников перекрыто наглухо. В долину крови проходу нет. Вот так и попадаешь в Стюарк. Ты уже разведала эту местность? Вокруг Стюарка? Конечно. Тут полно крестьянских угодий и распаханных полей. Ну и так, еще кое-что. Еще кое-что? Ты о чем? В этом краю полно пещер. Но ничего хорошего я о них не скажу. Предпочитаю ходить под открытым небом и держаться подальше от затхлых сводов. Что говорят о пещерах местные жители? Местные считают, что они прокляты, и в них обитает ужасная нежить. Возможно, это все суеверие, но кто знает. Я в любом случае не собираюсь туда лечь, чтобы узнать, правда это или нет. Ну и что? Что ты собираешься делать? Для начала займусь поисками Риклина. Вместе мы наверняка найдем способ выбраться отсюда. Кто такой Риклин? Мы скоро поженимся. Он твой любовник? Угадал. Еще он один из следопытов, которых отправили для изучения северной части Стюарка. А мне достался юг. А где Риклин сейчас? Если бы я знала. Я же беспокоюсь из-за повстанцев и всех остальных историй. Регион в одном шаге от мятежа. Риклин ведь не примкнет к повстанцам, да? Я гоню эту мысль прочь. Это было бы ужасно. Нет-нет, не заставляй меня об этом думать. Жизнь преподносит сюрпризы, Джилви. Я буду его высматривать. Это не помешает. Я тоже буду держать глаза и уши открытыми.
Thank you.
кто здесь? Пройти можно, только имея разрешение. Стой! Я хочу попасть в Сильверлейк. Только не во время войны. Здесь никто не пройдет без разрешения барона. Но дело срочное. Нет разрешения, нет прохода. Понятно. Скажи, где мне найти барона? В цитадели Стюарка. А она? В центре города. Добро пожаловать на мою ферму. Вижу, ты цел. Разве мне что-то угрожало? Так ведь все поля загажены этими полевиками. Мои работники боятся даже подходить к угодьям. Эки трусы. Может, ты сумеешь мне помочь? С полевиками я быстро управлюсь. Спасибо тебе, странник. Огромное тебе спасибо.